Крым отмечает 3 года воссоединения с Россией. Празднование начинается сегодня, день референдума. Салют будет в субботу, 18 марта, в день, когда воссоединение объявил президент России Владимир Путин. Вместе с крымчанами 3-ю годовщину исторического события отмечает вся страна. Севастополь, Крым, Россия! Ровно 3 года назад, в эти дни, Чувашия вместе со всей Россией узнала результаты проведенного в Крыму референдума. 97% участников высказались за вхождение Крыма в состав страны в качестве субъекта федерации. Явка на референдум составила 83%. 17 марта Россия признала независимость Республики Крым, провозглашенной на основании Декларации независимости и результатов референдума. А 18 марта подписала с крымскими властями договор о присоединении Крыма к России. С тех пор в эти дни во всех регионах проходят праздничные мероприятия и митинги. Мы, как и 3 года назад, солидарны с жителями полуострова и поддерживаем их выбор. Спустя полгода Чувашия подписала с Крымом и Севастополем соглашение о сотрудничестве, которое активно реализуется. Делегация республики побывала на полуострове, наши энергетики участвовали в строительстве энергомоста. Расширяются и культурные связи. В субботу, 18 марта, в Чебоксарах на площади республики состоится митинг, посвященный 3-летию воссоединения Крыма с Россией и праздничный концерт. Начало в 11 часов.